Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Драконы Всадники Олуха. К сожалению, я не успел пройти предыдущие события, ребят, потому что, ну, срок истек, и я не успел зайти за это время в игру, поэтому оно у меня получилось незаконченным. Но сегодня есть у нас другое событие, новое. Называется оно «Происшествие поиск припасов». Будем его проходить. Так, а что у нас тут такое новенькое? А, ну это мне не надо. Ладно, давай забирать. О, ребята, открыто новое путешествие. Огнеборец. Я даже не знаю, есть ли у меня такой огнеборец. Ну-ка, если я нажму, например, на поиск. Ты смотри, кого он может найти. У нас, например, ожога нету. Че, отправим его за ожогом? Пускай тогда летит. Так, здесь отправляем сразу за древесиной. 15 рун заработал. Так, этот у меня 125 принес. Этот всего лишь 19. Так, подожди, давай-ка мы сразу, наверное... А, вот тут еще я награду не забираю. Давай сундук откроем. Ну так, по мелочи, да? По мелочи нам надавали. Тогда откроем еще здесь. Сразу же загадочный пак. Пускай будет бесплатным. Ну-ка, шторморез, громель, кошмарный пестиголов. Так, и что у нас тут? Тайфумеранг. Ну это... Так, себе. Разместить. И цветочек тогда еще найдем. Нашли цветок. Йохан, что ты там у нас предлагаешь? Нет, он предлагает только все за руны. Я не буду, ребята, у него ничего брать. Именно за руны. Мы беззубика отправили, поэтому сейчас ничего не сможем сделать. Отправить его на поиски не получится. Так что давай отправлять наших тогда вот этих вот элитников на свои, как говорится, места. А! Так, все, отправил его, да? Ну что, тусклый интерь, кто бы мог сомневаться? Да вращаю я колесо приключений. Опа, да ладно, яйцо, ребят, выпало. Угу. Железнозуб. Железнозуб, это хорошо. Давай-ка тогда мы его сразу еще отправим в приключение. Модификрылочку тоже закинем. Тут сколько нужно? 4500. Чтобы открыть эту территорию. Огнепек. Дрожжезуб. И они пускай идут тренируются. Так, где там у нас этот островок-то? Вот он. Ну, мало он нам приносит. Все равно 36 миллионов древесин. Ребят, ну, тут несерьезно. Чуть больше, конечно, чем многие из наших драконов, но не такого эффекта мне хотелось бы получить. Так, этот пойдет за рыбой. Мрачношип. $192 миллиона рыбы. Вот это я понимаю, вот это да, это количество хорошее, это меня радует. Так, этих мы всех отправляем за деревом. Громелет получил у нас повышение. И мы его дальше отправляем на... Так, у меня с древесиной, да? Да, ребят, древесина заполнена. Сейчас мы кое-кого поотправляем кое-куда. Где-то у меня родной. Пощель, пощель, пощель. Пощель. Так, заберем тут древесину.
у нас не хватает, да? У нас не хватает. Нам нужно намного больше древесины, чем сейчас в данный момент у нас есть. Жаль. Да. Этот за рыбу у нас бегает. А этот за... Ну, не хватает ни рыбы, ни древесины. Ладно, давай посмотрим, что у нас тут. Так, на рынок. Подожди, а у нас что, сезон... У нас закончился, что ли, этот? Не могу понять. Точно, ребята, у нас закончилось. У нас нет... Блин, ничего не могу понять. 6 дней, 14 часов. А я ведь не успею, ребят, собрать. Не-а. Ладно. Тратимся тогда. Сезонная награда. М-м, 150 рун. Тюльпан исполин. Нифига, тюльпан исполин. Да бы тебе поставить этот тюльпанчик, а? Вот здесь можно, в принципе, его оставить. Все равно, ребята, это как украшение идет. Оно никаких нам этих не дает. Преимуществ дополнительных каких-нибудь. Так, и здесь у нас, кстати, последний пак мы с тобой заберем. Обычный. Громобой. Шепот смерти. Престиголов. Шепот смерти. А, я же этого не отправил. Точно думаю, что такое-то? Про него-то мы забыли. Так, обмен тусклого янтаря. 3 штуки. Ага, это я помню. А, можно еще один обменять, поставить. Костолом полетел у нас за древесиной. Так, ну что? Что у нас тут выпадет? Да ладно, я думал, что тут этот тусклый янтарь выпадет, но нет. Шестеренки. 2 штуки. Пойдет. Так, ну что? Беги пока в приключение. Так, барсик. Что дашь? Яйцо. Удивительно. Гром или полетел. Так, лес. Бесплатно. И грамм гильда у нас. Угу. Ну, понятно. Здесь, да. Здесь тусклый янтарь выпадает. Так, грамм гильда, надо тебя... Наверное, я думаю, дальше отправлять в приключение. Пускай летит. Пускай летит. Летит, как бабочка. Опа. Прокачали мы малыша Ракошмыга. Прокачали малыша Ракошмыга. И похоже, что здесь пока все, ребят. Здесь пока все. Переходим на события. Вот оно. Давай посмотрим, большое оно или маленькое. Оно, блин, ну приличное. Как раз, по-моему, ребят, на 2 дня. Блин, обидно, конечно, что предыдущее я не успел пройти. Вот это да, это косяк. Ну, что ты там, мелкий? Пора получать наказание. Так, с первым довольно быстро разобрались. Это вторая волна и тоже один. А что ты такой плотный? А, парень, почему ты такой плотный? Почему я тебя не могу пробить как следует? Непорядок это. Быть не должно. Ну что, добьем? Конечно.
Так, первый бой прошел удачно. И забираем мы рыбу. Маленечко рыбки. Переходим. Подожди, мы забираем загадочный пак. Угу. Раз, два. Дальше два поединка, после которых мы заберем 1000 тусклого янтаря. Ну и пускай. Янтарь, как говорится, лишним тоже не бывает. Так, еще там один пристеголовый стоит. Ходит первым. Так, ну тут две волны. Опять же, наверное, на второй волне будет какой-то крепыш. Насколько я могу понимать. Глянем. Так, это у нас... Ну да, судя по ХП, этот змеевик будет крепким. Не так все просто, да? Как хотелось бы. Но нас-то тоже не остановить. Мы уже, как говорится, разошлись. Сейчас добьем. На, получай. Ну и что нам дадут? Да ладно, плод мудрости. Ну слушай, нормально. Тогда двигаемся вперед. После этого поединка уже будет у нас тусклый янтарь. Вперед, как говорится, из песни. Такс, это у нас шепот. Это у нас шепот. Сейчас мы его нашепчем тоже, да? На ушко. Ну, сделать здесь ничего не успеет. Мощного такого. Последняя волна, их уже двое. А причем два дымодышащих, да? Давай сделаем так. Да твою налево, я думал, что мы сейчас его ухоркаем. А нифига не получилось. Сейчас что-то будет. А ничего. Да ладно. А, я думал, что... Нет, ребят. Я думал, что мы с тобой заработаем сейчас... Три груши. Но ты как понимаешь, они висят далеко и их не скушать. Поэтому нас обломили. Так, еще два поединка. Получается, мы заработаем 50 рун еще ко всему прочему. И это будет у нас 4300. Мне бы хотелось бы на самом деле получить бы тогда уже либо рыбу, либо древесину. И, кстати, три волны. Ну давай. Ну что, этому хана сейчас, по идее, должна быть. Офигел, два раза ходит. Заход. Кто там у нас? Так, давай, наверное, с этого начнем. Хотя вот это меня раздражает, наверное, больше все-таки. Это фаербольщик, правильно, ребят, который фаерболами вот так вот бомбит. Противный типок, на самом деле. Противный и бесявый. У него удар как раз вот этот три фаербола выпускает. Довольно мощный удар. Так, последняя волна. Здесь кревет. Ну и... Начнем, конечно же, с кревета. А потом вот это. Коротко и ясно, да? Ну что ты там? Что ты там прыгаешь, пшикаешь? Вот и все. Минус один. Так. Сюда. Пробивной. Ну и добиваем. Ну опять же рыба в маленьком количестве. Ладно, не факт. Переходим к мини-боссу. Первый мини-босс у нас в этом событии. И сейчас мы посмотрим. Так, змеевик плюс мелкий громоль. Три волны, опять же. Ну, мини-босс будет на третьей волне, это понятно. Я думаю, что каждый знает, понимает. А, давай так вот влупим. Добьем. Так, сюда сделаем понижение атаки ему. Сейчас фаербол полетит.
Странно, не запустил. А мог бы. Вот сейчас запустит. Но нет, смотри, он начал хиляться. Странно. Вторая волна. Блин. Пещерный скалотряс. Ну нафиг ты здесь нужен, а? И пристеголовый этот тоже лезет не в тему. Он постоянно, по-моему, на него нападает. Сколько мы играем, он постоянно нападает именно на него. А этот сейчас будет фаерболы свои. Но он промахнулся. Поэтому тебе, парень, не повезло. А вот, значит, кто у нас. И ветрокрыл еще, ко всему прочему, да? И еще ветрокрыл, ко всему прочему. В общем, копим на слепоту. Сейчас, ребят, никаких суперударов не делаем. Просто копим на слепоту и... вот так вот. Все, теперь этот хлопчик ничего не сделает. И, как говорится, будет в наших ежовых рукавицах. Мы будем его контролировать полностью. Опять же, никаких суперударов. Просто, ребят, бьем своими силами. Что-то я не... Подожди, а почему это у него уже слепота ушла? На-ка. Да-да-да-да-да. На это все и было, ребята, рассчитано. Чтобы он эту фигню применял. Но, как говорится, в холостую. В принципе, еще одно ослепление можно... Да нет, да, даже можно не вешать, ребят. Просто сейчас его раскручим, и все. Да, так мы его и уничтожим. До свидания. Рыба, и опять же, очень мало. Очень мало дают. Ну что, забираем наши 50 рун. И, в принципе, ребят, все на этом. На этом у нас получается, что все. А, слушай-ка, у нас с рыбой полный завал. Поэтому я могу... Сколько он у нас добывает? 110. 630. Нам чуть-чуть не хватает древесины, чтобы его отправить. Немножко обидно, конечно, но фиг ли сделаешь. Ладно. Лети, пташка. А вот теперь как раз нам хватит. Так, где у меня? А ну-ка, возвращайся. У тебя есть спецзадание. 2 часа. 2 часа, ребята, он всего лишь добывает. За 2 часа он добывает нам 150 рун. Шикарно. Так, ну что, монеты Одина, понятное дело. А здесь... Шторморез, громобой, крылатый ужас. Ну и чуть-чуть ресурса. Так, ребят, на эти события я пока не пойду сегодня. На схватки. Лишь по одной причине. Чтобы в следующей серии нам было чем заняться. Потому что, как обычно, мы зайдем. События 100% там не будет. Вот. А так хотя бы зайдем и поделаем оленские ежедневки. Так что, друзья мои, на сегодня все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.